Сейчас я попробую немножко надавить. Ничего, это нормально. Это же вы. Я знаю, поэтому я говорю, это нормально. Считаю, что меньше миллиона в месяц мужчина зарабатывать не может, иначе это не мужчина. Поэтому девчонки... Чего? Не, ну в принципе зарплата 30 тысяч в месяц, это тоже нормально. Скажите, будь ласка, скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? До ладу? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що... Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Замечательно. Поразительно. Геніально. Да, подскажите, а хто лучше сосет? Хто лучше сосет? Пока не знаю, вас первый раз вижу. Мужики, если хотите проверить способности своей девушки, на первом свидании ведите ее в суши-бар. Я, в общем-то, свою так и нашел. Не смотри на меня, ты мне не нравишься. Эй, послушай. Оставь меня, ничем не удивишь. Наступит конец света, если мы не переспим. Мы успеем доехать до мотеля или, может... Сделаем это здесь. В мотеле. Дешевый мотель для пи***. Если взять тонкий лаваш и нарезать его кружочками, в отдельной миске перемешать курицу, сыр, помидоры, разбить туда два яйца, посолить, добавить оливки, зелень, хорошенько перемешать, в форму положить лаваш, потом начинку запекать 20 минут, и ты получишь бомбовую пиццу. Слюни собери и не забудь подписаться. Законные мужья Степана. Степан? Степан, согласен ли ты? Я законный. Стоит только один раз распылить, и запах держится весь день. Я не понял, что такое. Ну, пока будем ехать, я буду бухать. Тебе же нельзя, ты за рулем. Ля ты крыс. Можешь съесть? Да, конечно. Странный вкус, что это такое? Нафталиновые шарики, моль травить. Что такое? Я просто попросил, можно съесть или нет? Так я ж тебе и сказала, что можно. Ты же не спрашивал, что... Это маньяк.
делаешь? Где? Здесь, с этой. С кем? С ней. Как ты мог? Что? Это. Когда? Когда я вошла, ты с ней. С кем? Сам знаешь с кем. С этой женщиной. Где? Чарли. Что? Ты с этой женщиной. С какой? С той, что ушла. Когда? Чарли. Что? Как же тебе не стыдно? Чего? Того, что... Чарли? Что? Что ты хочешь на ужин? Нормально. О, нормально. Нормально. Здрасте, это вы 63-й? Да. Да просто всю ночь собака какая-то скулит, у вас что-то случилось? Вы знаете, у меня нет собаки, да я скулю. Как соседская кошка пиздит мои огурцы. Идет с наглой рожей, как ни в чем не бывало, конченая тварь. Поздравь меня! Я выиграл $1,000,000! Дорогой! Собирай вещи! Конечно! А какие забирать? Нет, не зимние! Собирай все и уебывай нахуй!